Добрый день, наши уважаемые друзья, любители Гошечки. Это мы в эфире в игровой сегодня. Малыши погуляли первые, но ничего не тронули. Ни огурец не забрали, ни грушку, ни виноград я им повесил. Ну, сказано, молодежь неопытная, да, Гош? Профессионалы своего шанса не упускают никогда. Я их предупреждал, говорю, у вас час времени. Если за час не забираете, то наш приходит ветеран, все это сметает. Вот. Что и произошло, да, Гошань? Ой, давно огурчиков не видел, да? А не было что-то, Гошка, огурцов. Вот в магазине появились, сразу купили тебе. А дети не очень огурцы любят, и Витя с Марусей. Гошка их обожает. Да, Гошань? Какой ты молодец. Давно не лазили по веревочкам. Дня три уже не лазили. Надо косточки разминать, конечно. Забирай виноградик, забирай. Вкусненький. Вот Гошка настоящий бибизян. Увидел, залез, забрал. Все как положено. Он бесстрашный. Умница моя. У него еще уверенность появилась, когда силы добавились. Он понял, что он может. И я рядом постоянно с ним вместе. Не даю падать моральному духу его. Все время его поддерживаю, поджаливаю. Все время говорю ему, что мы сможем, что мы победим. И он поверил папке, мой золотенок любимый. Красотун. А что ты потрогал ручкой, сам не стал? Думал, это, не поверил, что ли? Бери, бери, бери. Кушай. Вкусненький виноградик. Да, вкусненький. Сладенький, как Гошка наш. Надо же, казалось бы, наоборот, да, вот старик, сиди на месте, ничего не это. Нет, все, шебуршится, лазит, бормочет что-то там из угла в угол, какие-то дела у него там свои пенсионерские. Я вообще с него балдею, с того Гошана. Вот поведение отличается кардинально у обезьянок младшего поколения и у взрослых. Гошань, чернослив вон висит, можешь залезть идти взять. Сзади тебя чернослив, очень полезный, вкусный. А когда слезешь, я тебе дам еще это, кисель, молочка дам тебе, выпей, чтоб силы было побольше у тебя. Да. А он не сильно и голодный, конечно. Мамуля накормила. Но виноградик все равно съедим, да, Гошань? Виноград как можно пропускать? Забирай, забирай, он просто висит. Я его даже без веревочки повесил просто так. О! Вкусно, Гошенька? Ой, вкуснятина какая, да? Пушистик медвежачий мой. А ну, давай грушу забирай. Груша очень сочная, вкусная. Забирай грушку. И чернослив, вот, зай. Вот он.
Молодец, Гошечка. Сиди, сиди. Вкусненький чернослив, кушай. А потом? Ну ладно. Потом так потом. Грушку возьми. Груша очень сладкая, вкусная, мягенькая. А ему ж надо все проверить, все веревки, да? Давай, давай, мой хороший. Папа только рад, что ты двигаешься. Это только нам на пользу пойдет, Гошань. Не, в том углу ничего нет. Если хочешь, пролезь, просмотри, но там ничего нет. Да. Давай назад. Аккуратно, неспешно, потихоньку. Что, снять хочешь? Ну, давай, давай я тебе помогу. Давай помогу. Так ты не снимешь. О, помог нашему медвежонку снять рубашку. А он такой красивый без рубашки. Пушистик мой ненаглядный. Давай, 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 лази, лази, трудись. Грушу забери, чего не берешь? Какие-то у тебя там дела свои. Давай папа киселя тебе даст тогда, давай. Кисель будешь? А, он скинул вниз же эту, чернослив свой. Маруська уже подоставала там, что можно было достать, Гош. Да. То игрушки. Они несъедобные. Ну, полазь, посмотри, раз интересно. Вон, папа, кисель в руках у меня, кисель. На, иди пей. Иди пей. На. Ё-моё, сладость такая. Рыбчатая. Да. О. Вкусненько-то как, да, Гошаня? Кисель, дудолишь ты его нормально. Всегда. Там еще молочко есть. Безлактозная, полезная. Все? Еще? Давай. Ты сильно не тяни ручкой. Сильно зачем-то? Я тебе все помогу сам. О. Все? Умница моя. Тоже такой любопытный ты стал. Мастер-профессионал мой. О, и на любимое место. Накушался на любимое место, залез и все. И здесь сидим, да, зай? Вот раньше, друзья, вы могли наблюдать, что никогда наверху ему некомфортно было сидеть там что-то. А сейчас у него проснулись инстинкты обезьяньи. Вот, на веточке мы сидим. В данном случае на лесенке. Молодец. Ему нравится. Да. Мой ребенок, мой. Рыбка моя, сладость моя. Гошанчик. Такой золотой ребенок, господи. Давай, давай, лезь, тренируйся. Куда ты, куда собрался? Давай вниз. Гошка похорошел, молодец. Забирай грушу. Гош, на, на.
На, кушай. Полезное, вкусное. На, забирай. Забирай, забирай. Забирай, чё ты? На. Мягенькая, сладенькая. Папа сам одну скушал кружку. Понравилось. Ничего, папа сейчас уберет, тряпочки все у меня есть на готове. Так что ничего страшного нет. Мы никогда не нервничаем с женой, когда обезьянки, если там что-то ссорят, бросают. Это в порядке вещей. Мы тут же берем тряпочку, все это вытираем, убираем. Никаких проблем нам этого не доставляет. Все, наелся? А это что, на завтра оставил, что ли? А? Пол груши съел, пол груши оставил. Мой ты ребенок, лопотенок. Ну давай, проверяй все, все надо ж проверить. А то вдруг где-то что-то завалялось, где-то папа прицепил, да ты не заметил. Сомневаюсь. Все, можешь идти телевизор смотреть, садиться, Гошань. Свой любимый. Иди, садись, пойдем и будем смотреть. Пойдем. О, друзья, прибомбились мы здесь с Гошенькой. Он тут же ухаживает за мной, давай. Ой, что там мой сладкий? Ой. Да ты такой пушистик, вкусно пахнешь. Сиренью какой-то, цветами пахнет наш золотенок. Ох, это мама, как вкусно тебя напрыскала всего. Это шампунька так пахнет. Какой ты хорошенький у меня, сладенький. Друзья, будем заканчивать свое видео. Всего вам хорошего. Обнимаем, любим вас. Подписывайтесь на канал, если не подписались. До новых встреч. Пока-пока.